Ивановская служба крови получит поддержку из федерального бюджета. 300 миллионов рублей будет выделено в рамках специальной программы. Главное учреждение и 7 филиалов – такова сеть в нашем регионе. В программе по развитию службы крови Ивановская область побывала в 2010 году. Тогда 190 миллионов на филиалы не хватило. У нас сеть, связанная со службой крови, достаточно разветвленная. 7 филиалов, головное учреждение. И в основном вот эти 190 миллионов рублей были израсходованы на модернизацию головного учреждения, полностью переснащение его самым современным оборудованием, не только по забору, но и по переработке крови. Ежегодно в Ивановской области заготавливают 30 тысяч литров крови. Компоненты крови наша губерния производит для всей страны. На 300 миллионов построят еще одно медицинское учреждение по заготовке компонентов в Тейкове. Филиалы купят новое оборудование. На новом оборудовании процессы забора и переработки крови будут происходить более качественно, более быстро и более безопасно для и доноров, и для реципиентов, то есть для тех людей, кому эта кровь переливается, и препараты крови. Соответственно, модернизация службы крови будет предусматривать создание компьютерной базы доноров всей Ивановской области, что также упростит общение с ними. Информационная база доноров позволит сдавать кровь в любом месте вне зависимости от прописки. Будет она всероссийской. Обещают, что благодаря единой базе процедура сдачи крови станет быстрее, повысится вирусная безопасность компонентов. Сейчас в Ивановской области на 1000 жителей приходится 20 доноров. По России всего 15. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.